бассейн этот в Ингельхайме. Вот так вот он выглядит все. Попробуем сейчас туда зайти. Вот такой вход. Вот там вход. Здесь кабинки. Шкафчики для там, телефона можно закрыть. Что-то такие мелочи какие-то. Кабинки есть семейные, большие вот эти семейные. Вот все переодевал. И сюда можно душ. И вот сюда заходите. И вот бассейн здесь. Тут можно телефоны. Можно телефоны закрыть здесь. И цепочки золотые, что-то если есть. Вон еще один бассейн. И вот там бассейны всякие. Горки. Даже вон в подвал уходит горка. На таких баллонах можно кататься. Детство вспомнили. Все дети, ну ничего. Просто им тоже прикольно. Кстати, быстро. Вот такой прикол. Вот такие вот солевые ванны здесь с бурлящими гейзерами, солевыми. Какая красота! Здесь вот такие вот лампочки, можно лазить по воде. Вот и пришел вечер и конец нашему нашей прогулки в бассейн. Ну и подведем итог. Вот мы, допустим, за троих человек заплатили 15.30 и плюс еще там за мороженое пятерку. В общем, как говорится, даже 20 евро не стоило на целый день. Нет никаких ограничений по короне, маски никто не носит. Вот. Запускать, естественно, 2G плюс в этот бассейн, но нету ограничения по времени, ничего. Заходите, берете на весь день карту и вперед. Так что всем спасибо. Ставьте лайки, пишите в комментариях, какой следующий бассейн нам попробуем. Спасибо всем. Хороших вам выходных. Пока-пока.